На третьем месте нашего топа расположился очень странный и крайне опасный вид спорта – скибоб. Скибоб. Под этим названием скрывается совершенно особенный и необычный экстремальный вид спорта. Основная идея – это рассекать горные вершины и снега на неком подобии велосипеда, вместо колес которого что-то вроде прочной лыжни. Для того, чтобы развлекаться подобным образом, нужно иметь большую тягу к адреналину и любовь к риску. Этот вид спорта появился больше 100 лет назад. На данный момент существуют чемпионаты мира и Европы по скибобу.